А что нам людям для счастья нужно? Уютный домик, свое местечко, чтоб пахло вкусно, чтоб жили дружно. Две половинки, два человечка. Чтоб чай с вареньем в любимой кружке, горшки с цветками, диван, два кресла. И чтобы на кухне часы с кукушкой, и пусть кукует, так интересней. Чтоб телевизор с большим экраном, и на диване, укрывшись пледом. И чтобы завтра не слишком рано поспать бы спокойно, пусть до обеда. Чтоб полка книжек, коробка дисков, все то, что греет, напоминает. Сидеть спокойно, так близко-близко, такое счастье. А там кто знает...